5 пациентов с коронавирусом в столице находятся в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние других больных с диагнозом COVID-19, их в столице чуть больше 200 человек, медики называют удовлетворительным. В 31 случае инфекции заразились сотрудники медучреждений города. Все они госпитализированы. Чтобы не допустить заражения среди медиков, 700 специалистов разместили в гостиницах мегаполиса. Там их обеспечили трехразовым питанием и транспортом, который их доставляет на работу и обратно. Отмечу, что в ближайшее время большая часть медработников пройдет экспресс-диагностику, и не только они. Это в первую очередь служащие из государственных, негосударственных органов, которые задействованы в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, лица из диспансерной группы, которая наблюдается в первичных медико-санитарных организациях. Далее сами медицинские работники. Поэтому эта работа буквально вот с сегодняшнего дня будет начата.